Пеппа, я пойду поиграю в кораблики. Хорошо, Джордж. Пеппа, поиграй со мной. Нет, у меня дела. Ну и ладушки, я тогда сам. Что? Что? Откуда вода? Джорджик, ты что, мама нас убьет? Пеппа, действительно, я как-то не подумал. Что же делать? Пеппа, Джордж, что же это делается? Все, с меня хватит, вы наказаны. Месяц без компьютера, а тебе, Пеппа, никаких карманных денег. Ладно, ребята. Ставьте нам, пожалуйста, лайк, подписывайтесь на канал. Мы вас любим. Пока-пока. Здравствуйте, дети. Сегодня урока не будет. Ура! Ура! Рано радуетесь. Сегодня вам будут делать прививку. Что? Нет. Ну, кто первый на прививку? Папа, может ты? Не, я потом. Во, Сьюзи хотела первой. Иди, Сьюзи. Я? Ну, молодец, Сьюзи. Умница. Это совсем не больно. Не бойся. Ну, хорошо. Господи, боже мой, что же это делается? За что мне все это? Сьюзи, ты зачем так орала? Ну, хотела папу напугать за то, что она меня первой вытолкнула. Ну и дела. Ладно, девчачьи это разборки. Лучше не вмешиваться. Ну, папа, твоя очередь. Ты уже все? Ладно, иду. Кстати, прости, что тебя подставила. Все, папа, готово. Все? Ну это же совсем не больно. Я очень испугалась. Ладно, ставьте нам, пожалуйста, лайк, если вам понравилась серия. А мне еще со Сьюзи мириться. Пока-пока. Как тяжело быть беременной. Мама свинка, ты еще долго? А то мы опоздаем на УЗИ. Ай, папа свин. Уже я выхожу. Здравствуйте, доктор. Прошу, мама свинка, присаживайтесь. Так, смотрим на вашего малыша. Доктор, как там мой малыш? Мама свинка, я вас поздравляю. Скоро у вас будет 5 здоровых поросят. Как 5? Ох. Доктор, дайте ему на шатырь. А вы, друзья, если хотите продолжение, ставьте нам лайк. Всем пока! Пеппа, бегом, скорую вызывай! Я рожать буду! Алло, доктор, это Пеппа! Приезжайте быстрее, моя мама рожает! Хорошо, Пеппа, будем через 5 минут.
Ну, давай! Есть! Первый поросенок пошел! Мама-свинка, вы молодец! Все, мама-свинка, 5 здоровых поросят! Спасибо, доктор, я так рада! О, у меня такие замечательные детки! Я так рад! Дорогие зрители, если вам понравились мои детки, ставьте лайк! И не пропустите следующую серию! Ой, я так устала! Дорогая, давай я погуляю с детьми, а ты приляг, отдохни. Фух, дети спят, такая чудесная погода. Какие замечательные поросятки! Пожалуй, я их заберу. В хозяйстве все пригодится. Алло, папа свин? Я так хорошо отдохнула. Вы очень долго гуляете. Уже пора домой. Ой, я что-то уснул. Ой, а где поросята, детишки? Эй, ты о чем? Извини, дорогая, я перезвоню. Где же дети? Где дети? Где дети? Где же они пропали? Как же я мог уснуть? Может, тут? Нету. Может, тут? Нету. Ха-ха-ха-ха-ха! Какие чудесные малыши! Мама-свинка так расстроится, прям ее жалко. Ну что же, дорогие зрители, ставьте мне лайк, и я отдам малышей маме-свинке. Или дизлайк, если хотите, чтобы я детей оставила у себя. Будут мне слугами. Ой, как жалко малышей отдавать. Ну что поделать, лайков больше оказалось. Ну и ладно, они меня и так достали. Только орут, едят, какают. Пусть мама-свинка нянчится. Где мои малыши? Бедненькие. Мамочка, мамочка, ну не плачь. Найдутся наши маленькие свинки. Мамочка, я открою. Ура, мам, смотри! Они нашлись, мам, смотри! Ой, мои детки, я так рада, мои хорошенькие, я так скучала. Вы целенькие. Спасибо вам, дорогие зрители, что помогли мне вернуть детей. Всех целую и люблю. Ваша мама-свинка. Пока-пока. Пеппа, зачем мы сюда пришли? Что мы здесь делаем? Сьюзи, ну мы гуляем. Не трусь, ну я не боюсь. Я сейчас вас поймаю! Ну все, Пеппа, ну все, мы пропали!
вас легко напугать. Ну да. Ты себя со стороны видел-то? Ну, это вы ко мне забрались в дом? Извините нас, мы не знали, что в доме кто-то живет. Ну ладно, приглашаю тогда вас в гости. Дорогие друзья, никогда не влезайте в чужие дома, а то это может плохо закончиться. Ставьте лайк и не пропустите следующую серию. Пока-пока! Знаешь, Сьюзи, я расскажу тебе страшную тайну. Да? А какую? Меня укусил вампир, Мишка Фредди. Да ты что? Вот, Сьюзи, смотри. Еще я очень голодная. Пеппа, нет, что ты делаешь? Не ешь меня, я невкусная. Пеппа, теперь я голодная. Ничего, Сьюзи. Джорджик! Джорджик! Иди сюда, Джорджик! А вам, друзья, пока! И не забудьте поставить лайк! Ой, что это с тобой, Гастончик? Ты что, заболел? Нужен доктор. О, да я сейчас наколдую доктора. Чары-бары-бамц. Ой, не то. Я про торт подумала. А ну еще раз. Чары-бары-бамц. Здравствуйте, доктор. Здравствуй, Холли. О, смотрю, что Гастон заболел. Нужно его усыпить. Ха, шучу, Гастончик. Сделайте просто укольчик успокоительный. Или таблетку. У меня хорошая идея. Друзья, давайте проголосуем. Как будем лечить Гастона? Укол или таблетка? Какое лечение наберет больше всего голосов, так и будем лечить в следующей серии. А сейчас пока, и вам не болеть. Чары-бары, Пеппа, превратись в какашку! Что? Ой, смешно. Пеппа, я тебя спасу! Нет, меня смывает! Джордж, спасибо тебе! Пожалуйста, только никому не говори. И вы, дорогие зрители, пожалуйста, никому не говорите. А то я умру со стыда. Но лайк можете поставить. Пока-пока. Чары-бары, чары-бары, чары-бары. Фу, как меня эти дети достали. Противные, орущие. Фу. Чары-бары-бумц. Ой, какой хорошенький мальчик. На тебе, мальчик, яблочко. О, спасибо. Ha ha ha!
Ой, ой, ай, 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 прекрати, ай, ай, а, ой, глупая я, зачем я тебя собака сделала, ай, ай, прекрати, ай, ай. Чари-бари, чари-бари, бум, встань обратно, поросенка. Ну и забегалась я. Уже как-то не смешно. Надеюсь, вам понравилась серия. Всем пока. До встречи. Доброе привидение. Мне не нравится пугать на самом деле. Но братья заставляют меня пугать. Прикольно. Давай еще Пеппу напугаем. Ну хорошо. Давай я спрячусь, а ты зови Пеппу. Пеппа! Пеппа! Папочка! Иди сюда! Пеппа, Пеппочка, очнись! Пеппочка, я не хотел! Ой, Джорджик, что же это было? Пеппа, не бойся, это мой друг Каспер! Привет! Извини, что напугал. Вот это да! Да меня чуть удар не хватил! А ты настоящий? Или я сплю? Самый настоящий. Может, давай дружить? Ты извини меня. Давай. У меня привидение, друг. Здорово. Друзья, а вам понравилась серия? Если желаете увидеть продолжение, то ставьте лайк. Пока-пока. Привет. Я Пеппа Русалочка. Не ожидали? А у меня хвостик. Красивый? Смотрите, а это мой братик Джордж. Он русал. Привет! Сейчас мы плывем к пиратскому кораблю. Искать что-нибудь интересное. Пеппа, смотри, что я нашел. Как думаешь, что это? Интересная вещица. Наверное, это расческа. Пеппа, ты такая умная. Я ни за что бы не догадался. Ну да, я знаю. Спасибо. Эй, вы чего тут раскричались? Ну, мы тебя испугались. Я вообще-то потерялся. Вы мою маму не видели? Нет, не видели. Бедненький. Может, тогда с нами поплыли? Считает. Ой, ну дорогая, не плачь.
плачь, он найдется, точно говорю. Мама, папа! Ой, сыночек, ты нашелся, мы так рады! Спасибо тебе, Пеппа и Джордж! Ой, да не за что! А вам, друзья, спасибо за просмотр! И ставьте, пожалуйста, лайк, если я вам понравилась русалочкой. Пока-пока! Джордж, я на минутку в магазин, а ты, пожалуйста, убери в холодильник. Хорошо, мам. Ой, маленький, ты голодный. Папа тебя, наверное, забыла накормить, да? Ну-ну. На, держи. Вот тебе рыбка. А пить хочешь? Молочко. Что? Что это такое? Кто накакал? Джордж! Кто накакал? Это, наверное, твой щенок. Я его накормил. Да, накормил. А что ты ему давал? Ну, он рыбку съел и молочка попил. Ну да, все понятно. Спасибо тебе, Джорджик. Ты мне очень помог. А вам, если понравилась серия, ставьте, пожалуйста, лайк. И, кстати, не советую кормить собак рыбой и молоком. Ну все, а то мне еще комнату убирать. Пока-пока! У меня для тебя сюрприз. Нет! Да неужели? Щеночек! Да я всю жизнь мечтала про собаку! Спасибо тебе большое, мамочка! Пеппа, ну теперь ты должна воспитывать щеночка. И ты за него, кстати, отвечаешь. Хорошо, мам! Щеночек, я тебя поглажу. Ой, стой, куда ты убегаешь? Ай, 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 шестай! Папа, почему щенок без присмотра? Как? Ах ты ж негодник! Ах ты ж плохая собака! Плохая собака! Фу! Плохая собака! Пеппа, извини, это я виноват. Он пытался убежать, а я его за хвост задержал. Вот он меня и укусил. Ой, Джордж! Ну ладно, молодец, что признался. Вам, ребята, понравилась серия? Если да, то ставьте нам лайк. И не забудьте подписаться. Пока-пока. Ну, привет, пацан. Хочешь быть сильным? Привет. Конечно, хочу. Ну на, это волшебный сок. Он сделает тебя сильным. Правда? Как супергерой? Ой, еще сильней.
Где моя машинка? Сломать! Качелька! Почему она мне мешает? Сломать! Сломать, все сломать! Все поломаю! Не пропустите следующую серию! Подпишись! Выгляжу. Какие бицепсы. Вот это здорово. Папа, мне так страшно. Я хочу домой. Ваши дети, Джордж и Пеппа, у нас в участке. О нет, я сейчас приеду. Кто разбил окно? Ой, мы случайно, так получилось. Играть нужно на детских площадках. Итак, вам повезло. Мама-свинка оплатила штраф. Я вас отпускаю. Детям нужно играть на игровых площадках или быть под присмотром. А вы подписывайтесь на канал и ставьте нам, пожалуйста, лайк. Нам это очень нужно. Пока-пока! Пеппа, а знаешь что? К нам в гости приедут Маша и Медведь. Да! Класс! Я так скучала за Машей. Привет, Машенька! Я так скучала! Рада, что ты приехала! Привет, Пеппочка! Я тоже рада! Добро пожаловать! Сейчас к нам подъедет такси и поедем к нам! Ну что, вам понравилась серия? Тогда ставьте лайк и не забудьте подписаться. Пока-пока! Пеппа, Пеппа, мне только что звонил врач. Тебе нужно сделать прививку от гриппа. Как? Опять укол? Не могу, мам, не могу, не могу, у меня дела. Thank you.
папа! А ну слазь! Доктор сделает тебе укол! Нет, не слезу, я боюсь! Папа, я куплю тебе киндер! Два киндера. Ну хорошо, папа, только слазь. О, и совсем не больно, а я так боялась. А вы, друзья, если вам понравилась серия, ставьте нам лайк и не забудьте подписаться, чтобы не пропустить новые серии. Пока-пока! Чёрчик, смотри, у меня велосипед. Ууу, какой красивый. А я не умею кататься. Я еще маленький. О, не беда, тогда садись, я тебя сама покатаю. Чёрч, ты только держись. Ю-ху, класс. Еще быстрее! Ой, папа, осторожно! Не переживай, все нормально! Ой, ай, 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 ой! Надо звонить скорую. Срочно. Как там мама говорила? Ага, 103. Ого! Папа, Джордж, что с вами случилось? Ну, мы катались, а потом упали. И Джордж вроде ногу сломал. А, понятно. Тогда нам нужно в больницу. Там сделаем рентген. И если нога сломана, я накладу тебе гипс, Джордж. Джордж, у тебя действительно перелом ноги. Сейчас я накладу тебе гипс. И тебе придется с ним ходить месяц. Папа, Джордж, вы должны быть очень аккуратными. Все могло закончиться намного хуже. Так что считайте, вам повезло. Ну вот, бедный Джорджик. А вы, друзья, тоже будьте очень-очень аккуратными, чтобы не попасть в беду. Кому жалко Джорджика, ставьте лайк. Нам это очень нужно. Всех целую. Не забудьте подписаться на канал. Джордж! Джордж, иди скорее сюда! Смотри, какая большая какашка! Кто мог такое сделать возле нашего дома, Джордж? Папа, ты чего на меня смотришь? Эта куча больше, чем я. А, ну да, действительно. Может, маму позовем? Может, она что-то знает? Мам! Мама! Мама! Выходи на улицу скорей! Ой, меня, кажется, папа зовет. Пойду посмотрю, что случилось. Мамочка, смотри, кто это сделал?
Может, папа не добежал? Ого! Нет, это не может быть папа. Хотя, я, пожалуй, его спрошу. И как мы все это уберем? Здесь нужна аварийка или санстанции вызывать. Нет, ты знаешь, папа, я спросила папу, он не знает, это не он. Пожалуйста, это я за собой оставил такое. Извините меня, пожалуйста, мне так стыдно. Я сейчас все уберу. Ну, в этой жизни я уже все видала. Ладно. А вы, ребята, если вам понравился воспитанный динозавр, то с вас лайк. И не забудьте подписаться. Пока-пока. Папа! Папа! Ты можешь посидеть со своим братиком? Мне в магазин нужно срочно. Хорошо, мама. Спасибо, папа. Ты меня очень выручила. Если что, мой номер знаешь. Хорошо, мам. Ой, что же мне делать? Он плачет. Может, тебе песенку спеть? Ля-ля-ля-ля-ля-ля, я маленькая свинка. Ля-ля-ля-ля-ля-ля, я вовсе не арбуз. Тебе что, не понравилось, как я пою? А может, ты кушать хочешь? Ну вот, ты поел. Надеюсь, теперь ты будешь спокойным. О, малыш обкакался. Так, нужно маме позвонить. Мама, малыш обкакался. Приходи скорей. Папа, в комнате возле кроватки стоят памперсы. Пожалуйста, поменяй памперс. Как я поменять памперс? Ну он же обкакался. Папа, ну как же? Он что, будет обкаканный? Ой, ну хорошо, поменяю. Сейчас, малыш, сейчас. Ой, фу. Сейчас ты будешь чистый. Ну вот, все. Все, ой, как я устала. Давай посмотрим телевизор. Ой, малыш, ты описался. Ай, ну как же я забыла памперс одеть. Ну как, Пеппа, ты справилась? Да, мам, справилась, все хорошо. Ой, ну какая ты у меня умница. Тогда завтра, может, еще посидишь? О, что? Нет, только не это! А вам, ребята, если понравилась серия, ставьте нам, пожалуйста, лайк и подписывайтесь на наш канал. Пока-пока! Oh, my God.
еще долго? Я тоже очень хочу в туалет. Ой, Джорджик, вряд ли ты сегодня сюда попадешь. Не советую. Животик очень болит. О, бедная Пеппа. Здравствуйте. Где больной? А, вижу. Вижу, да. У вас ветрянка. Ой, доктор, у меня не только ветрянка. У меня еще и живот болит. Доктор, вы ее вылечите? Да, конечно. Вот тебе таблетка, чтобы живот не болел. А теперь тебе нужно померить температуру. О, Пеппочка, у тебя очень высокая температура. Тебе срочно нужен укол. Нет, нет, только не укол. Так, я пойду подготовлю все. Может, не надо? Надо, Пеппочка. У тебя очень высокая температура. Это очень опасно. А потом я назначу тебе лечение от ветрянки. А вам, мама свинка, я даю рекомендации насчет лечения Пеппы. И, пожалуйста, давайте ей много пить. Ну что, всем пока. Подписывайтесь на канал и ставьте лайк. Пока-пока. Чёрчик, привет. Там тебя мама свинка зовет. Привет! Зачем она меня зовет? Я же только что вышел. Ну не знаю. Она сказала, чтоб ты быстренько бежал домой, а потом опять выйдешь гулять. Ну хорошо, тогда я пойду. Джорджик, постой. Давай я лучше подержу твою машинку. Так ты быстрее вернешься. Ну хорошо, папа Фисанта, только смотри, не потеряй. Ну не бойся, не потеряю. Мам, ты меня звала? Нет, Джорджик, не звала. А папа Фисанта сказала, что ты меня звала. Ой, иди, Джордж, гуляй, я тебя не звала. Почему ты плачешь? У меня папа Фисанта машинку украла на пути. Не бойся, Джорджик. Сейчас я позвоню суперсвинке, она нам поможет. Алло, суперсвинка у телефона. Алло, суперсвинка, здравствуй, это Пеппа. Привет, Пеппа! Что-то случилось? Да, случилось! Папа Фисанта украла игрушку у Джорджа, и он плачет! Эх, это Пеппа Фисанта! Ну, она у меня получит! Сейчас к ней слетаю! Ну, здравствуй, Пеппа Фисанта! Ты зачем маленьких обижаешь? Так нельзя! А ну, немедленно верни Джорджу машинку! Ой, ну на, держи. Чуть что, сразу угрожают. Забирай машинку. Она мне все равно не нравится. Папа Фисанта, ты совсем забыла, как в прошлый раз было? Тебя не спросила. Что хочу, то и делаю. На, Джордж, держи. И больше не оставляй свои игрушки. Машинка!
Спасибо тебе, суперсвинка. Ну ладно, не за что. Ну все, я полетела. У меня еще куча дел. А вы, ребята, не теряйте свои игрушки. Если я вам понравилась, ставьте лайк. И не забудьте подписаться на наш канал. Пока-пока. О, хорошо, что дождь уже закончился. Мамочка, можно я пойду погулять? Пеппа, а разве дождь уже закончился? И ты еще не кушала? Ну, мам! Покушаешь и возьмешь с собой Джорджа и пойдешь гулять. Ну, хорошо. Джорджик, Джорджик, кушать! Мама, мы уже покушали. Можно мы пойдем гулять? Хорошо, только смотрите, чтобы вы не испачкались. На улице очень грязно и мокро. Джорджик, смотри, смотри, какая красивая радуга. Джордж, Джордж, ты куда убежал? Джордж, ну мама просила, чтобы мы не пачкались. А ладно, ничего не будет, если я тоже поиграю. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Джордж, почему вы такие грязные? Ой, мам, извини нас, пожалуйста. Все, дети, наигрались и бегом в ванную. А вы, ребята, если любите свинку Пеппу, ставьте нам лайк. И не забудьте подписаться на наш канал.